Всем привет, ребята! С вами Алекс и канал Окрошка Плей. Мы продолжаем учиться играть в танки. Ну что, погнали? Стрелять, убивать? Или нас будут убивать? Ну, в общем, мы это сейчас посмотрим. Либо нас, либо мы. Ну, давай. В бой. Пишите комментарии, кто что как бы настрелял. В танках, сколько боев, сколько побед. Я не знаю, где эта статистика отображается или нет, в общем. Но очень бы интересно посмотреть. Ну и пишите, учите, как там что стрелять, как там попадать почаще, как, чтобы не рикошетило, чтобы пробивал. Как правильно кататься, где прятаться или не надо прятаться, или все, в общем, в этом духе. Долго, что ли, грузится так? Чё-то никто не играет? Или как это? От чего зависит? Даже не представляю, если честно. Ну давай уже, давай. Сколько можно-то? Да, долго-долго на самом деле. Убьем никого, не убьем. 597 человек. В очереди игроков. 1,5 минуты. Я вообще сегодня играть-то буду? Или такое часто бывает? У меня друг играл в эту игру. Тоже так же играл, как бы заходил, типа, стрельнуть и все. Я нихера тоже не умею в нее играть. Ну, я думаю, вы мне поможете разобраться. И мы, собственно, будем топчиком. Надеюсь. Так, внимание на 3. А 3. А зачем туда-то? Ну, погнали. Раз ты хочешь. Что это у тебя такое? Блин, танк прикольный какой-то. И у меня какая-то тарталетка. Что это вообще за танк? Хуй поймешь. Блин, а может не туда мне? Может не... Сейчас спалюсь, короче, и меня сожгут сразу же. Скорее всего. Главное не спалиться. Тут ты там едешь, что ли? Ага, отлично. Ёпкарёк, а как я так промахнулся-то? А как ещё-то раз? Жесть. Как я так лоханулся? Вот это приколы. Опа! Это я? Нет? Не я. Печаль. Нихера нас перестреляли-то. Это чё вообще за фигня? Как они так умудряются? А как он так? А как его прошибеть? Все, все спрятались, да, ну нас разобрали, короче. Печаль.
Оп-ля-ля, оп-ля-ля. Сколько вас тут? И если я сейчас промахнусь, то я только спалюсь, да? Давай, пока палиться не будем. Ёпокарёк, как вы попал-то? Сейчас здесь поедут, по-любому, да-да-да. И чпок! Все, приехали. Вот это бой.